Эта собака будет делать вид, что она вот-вот укусит, вот прям вот сейчас укусит, но никогда не кусается. Против нас кокобойчик. Кем бы он ни был. Луки. Луки, да. Палочку чёрную. А, я забрал лук. Изи. Ну, на магах я люблю катки, на магах только когда есть ранняя конференция. Да, конференция тема, ну так. Да, так магов что-то сейчас нами нерфили 4 патча подряд, поэтому... Что там, эфемерка у кого-нибудь есть? Вау, ранняя генса, чё, прям сразу в седжу выдать? Есть генса, надо брать. Ну, погоди, ты продай ты свою седжу. Ну, это... Она вообще-то серебряная сейчас будет. Ну, блин, всё равно продай седжу. Ну, вот так вот сделаем, может, Нидали придёт, генсу ей дам. Попробуй на перевертышах 103 Нидали с генсой. Я не знал, что Седжу станет двоих игроков. Подожди, себя и... Тебя. При этом оба бойца оглушаются, да? Нет, врага и того, кто за ним. А, за ним. Прямой. Блин, от Рокса не... А, взял. Могу взять. Есть два из Реаля. Лучше звучит, чем Нидали. С генсой это еще какая-нибудь статика придет. Хочу, чтобы сейчас золото дали. Дайте золото, я вот это все скуплю. Нужен любой силвер юнит. О, они, это мое золото. Пошло нафиг отсюда. Че я хочу? Дайте призматики, какие-нибудь веселые призматики. И, блин, головокружение, если скамейка заполнена, ненавижу. А, это, кстати, сейчас очень сильная ауга, попробуем. Да. Попробуем. Ну ладно, в дуо, на самом деле, наверное, норм должно быть. Мне просто еще пришло эхо Людена, и я могу сейчас попробовать собрать гиперкерри из Реаля. Не хочешь эхо Людена. Ну ладно, согласен. Охотничий азарт теперь решительно. Ну попробуем головокружение, правда, чё бы и нет. Но только я не могу заполнить скамейку. You know. Каждая третья атака наносит чистый урон 5% максимального. Да, азарт, конечно. Блин, Киана клёво звучит. Может, вместо Шена Киану поставить. Грозовых закроет, Гинсу ей дать. Киана с Гинсой норм? Ну, терпимо. Пусть враги построятся. Я поставлю... Ну, когда у меня из Реали есть. Блин, или просто из Реалю отдать. Я думаю, просто из Реалю отдам. Ну, просто из Реалю отдай, и да. И пояс великанов Сиджуани, и норм. Ля, там Киана. Киана молодец, сломала нефритовую статую. Как она долго с ней дралась. Ух. Я учил набивание карманов. Зависть. Не головокружение, которое хер реализуешь. Не, головокружение просто типа докупай нужных тебе юнитов и очень быстро соберешь пачку двоек. И тебе, по сути, не дело вообще не надо покупать экспу. Ты очень быстро залетишь. Прикол в том, что я могу сейчас, блин, золотого от Рокса взять. А могу 3 экспы получить. Фак. Блин, золотой трог с генсой звучит отлично. Золотой трог с генсой. Возьми недальку просто, в конце боя возьмешь отрокс, если победишь. А, ну не в конце. Нет, оно. Нет, если победишь, так... возьмешь. Ну. И потеряю 3 опыта. Равно. А почему я один по два раза подряд с одним и тем же челом дерусь? Нет, это не тот же, но тут тоже Тарик с щитом и... Ну, и... у людей богатая фантазия. Жесть. Не будет у меня, короче, золотого Трокса. 3 опыта лучше получу. Или... Не.
Не, нафиг. Чаще придет. Ха-ха, он вернулся. И я его даже не лочил. Я, наверное, тоже сам поиграю. Я не помню, что ты играл. Ну, талон, тут все добро. Мне, конечно, ни одной CG не пришло, но... Все пойдет. Райс нужен, не? Не. Также из маленьких, давай Киан Твич. Окей. Нет, Рокс хороший, там ранний юнит с Гинсой вообще супер. Мы бы еще, мы еще воина закрыли, найс. Златокрылых бы теперь как-нибудь бахнуть. Киана сейчас бесполезна, да? Надо громил лучше закрыть, чтобы танков было побольше. Так, мне нужны мечи, луки. Мне, наверное, тоже мечи, луки. Как и всем. Да. Крит перчатка, кстати, хорошо звучит. Да. Три золота, как никак. Найс. Розовая. Что лучше, Кенч или Скарнер? После нерфа Кенча. Кенч. Все еще? Да, даже после бафа Скарнера. Тебе меч, плащ или золото? Меч. Ой, лаой есть, блин, чё я как? Вот это танк, вот это я понимаю. Куда Киану продал? Продал, потому что мне не нужна. Ну, она Вите нужна была, наверное, да? Ну, не особо. Ну, типа, да, но... Угу. Плакать не буду. Так, вам пора побеждать. Не варик, сори. Тут Ярокрылые с ожогом, их 4, у них еще Санфайр и Кайн серебряный. Это не выиграть, минус 1 голд, видимо. Если подождешь немножко, я прилечу. Блин, может и... Не, не подожду, наверное. Конечно, пытается, но... Блин, жаль, минус голд. Минус экономика. Не знаю, сколько окружений не брал, до этого мне прям не очень нравилось. Мне, наоборот, нравится больше пустая скамейка, наверное. Да, это... Ну так, ты как бы потратил условно 10 голды, и у тебя по 3 голды за каждый ход. И за 3 хода отбивается. Палка, меч, золото. Палка, меч, золото, меч. Садников закрыть. Ой, не так закрыто. На искуситель маг. Громила. Громил закрыть. Мне теперь нужен миллион луков, да? Никакие решетки меня не удержат. Сделать ли финик? Наверное, нет. Финик можешь мне передать на талончик. Или перчаточку, если не нужна будет. У меня что-то две палки, два меча, я так... Угу. Да, весело. Давай, Шен, дефай лаойку. Дефай ее. Опять с нефритами встретился, но теперь-то я... сильнее, чем был до этого. Блин, нет, я сейчас сдохну от нефритовой статуи. А, нет, живем. Да, сейчас я сильнее, чем был до этого. Однозначно, найс. Я сиджа, Шен. Чего у меня? А, слушай, сиджа, Шен, у тебя что-то такое? А, у меня там всякое разное. А чего в эфемерах? Бойцы лечатся. Да.
Я просто, мне типа Сиджа, Шен нужны будут потом. Ну, типа Шен больше. Ну... Сиджа с ХП не Я надо, вижу да. Шена, я всегда беру Шена. Типа... Я не могу не брать Шена. Мне кажется, Лилия сейчас безумно сильная. Я пока что кормила воины. Кто бы мог подумать? Серьезно, я только сейчас это понял. Не, я правда вижу Шена, да, беру Шена. Ну, блин, ну Шен круто, очень круто. Не беспокойся, я здесь. У меня столько крутых итемов насыпало, вау. И ничего из этого хорошего я сделать себе не могу. Убить великанов только и тик-тековый штык. Это мои там. Может реально Феникс сделать? Твои темы? Красиво. Три в ряд. Да. Если ты мне можешь передать эти перчаточки, я буду счастлив. Ну, так, теории... еще одна генса, дабл генса, это круто. На чем, зачем? Я тебе могу мечи давать. Мечи мне очень на воинов понадобятся, если я реально буду воинов сидеть играть. Что вообще у нас у врагов? Охотничий азарт, карманы, ожог, ярокрылые будут, синяя батарейка, ясный ум. Время веселиться, это эти пиротехники, да? Да, которые меня вынесли. Два из Реал против Сифена. Да серьезно, у него 3 хп. Сифен, 3 хп Сифен. Легкая походка, фу, драгоценный лотос, благословение небес. Я не уверен, что я хочу драгоценный лотос, что он мне даст. В дейжу какого-нибудь выйти, ну такое... А, да, вижу Сифена у чела, ага. Олаф и Сифен, и клёво. Я, наверное, реролю Аугу. Ваши бойцы без предметов регенят ману. Ну, лучше уж охотничий азарт возьму. Кстати, почему не вот этот вот громила стоит у нас? Непонятно. Ясный ум хуже головокружения, потому что ты не можешь держать на скамейке юнитов в Т3. Ну, да. Не, подожди, ясный ум это ману просто давало, что ли? Нет, ясный ум это с медитацией. Ясный ум это где, типа, не может. Да-да-да, все. Пустая скамейка, да. Блин, против меня вознесение на нефритах, и он меня, конечно же, уничтожит. Вот и пошло вознесение. Сейчас Саниве один раз кританет, и будет минус весь стол. Я опять не могу один голды полутать. Или могу? Могу. Не-не. Экспо, экспо важнее. Не, а. Я просто продал там эту... Сиджу? Сиджу, да, серебряную. Ладно. Вообще нечего ставить. А ну хоть какого-то дамагера возьму. Блин, я могу вторую генсу сделать. Дед, сделаю, ну типа ты в кого хочешь идти? Да хер его знает, но то, что чел на Сифена вышел в громил, меня жутко раздражает. Так бы я без проблем сделал еще одну генсу и отдал бы ее там Волф, например. В принципе, мне нравится у меня такой вариант. Еще одна генса, вестник Зика и перчатки Вора. Просто создать все сейчас, чтобы перестать проигрывать, не знаю. Мне нужны луки, мне катастрофически нужны лопатки. Ну я ворую лопатку, может. Давай. Может хоть какие-то идеи придут, что с этим делать? Убийца. Олаф убийца, ура!
Ну, кстати. Ну, да, только... Как раз финик ему дашь. Золотоносный. Потому что у тебя финик, этого. Финик, Олаф убийца, ему финик и Гинсу. Вот. Может быть. Тебя а он будет жить? Вообще. Конечно. У меня только Олаф нет. Или эмблемы золотоносных, и прямо сейчас закрываю. Да, через эмблему закрываю троих. Че думаешь, может попробовать золотоносных? Золотоносных? Да. Ну, попробуй, если не поздновато. Да вот хер его знает. Да, то гекарим мне кстати неплохо будет, если у тебя есть. Самоцвет. О, есть гекарим, могу взять, да. Ну, типа, не, давай так, смотри. Мне важнее всякие шаи и прочие, и же с ними. Гекарим это прикольно, но... Ну, я все равно лучше его возьму, потому что... Стол чем-то гекарим, заполнять принципе, надо. Нет, я считаю. Так, я, кажется, начал тащить за счет большого самоцвета. Внезапно. Да. Блин, ловушку банши что ли сделать вообще? Не. Я же тебе говорю, Гинса и финик. Уже поздно, я меч потратил, чтобы золотоносного взять. Ты все-таки решил не делать олов? Я все-таки решил золотоносного пойти. Ну можешь сделать скорострельная пушка Гинса, но столько луков нет. У меня даже нету олофа, чтобы, понимаешь? Уже довольно поздно выходить в олофа, когда его, блин, нету уже, ну... Ну, понимаю. Вообще. Да. Золотая джинкс, серьезно. Блин, черная гинса звучит плохо. Если реально какой неприятный молодой человек, а. Слушай, никто же золотоносных не идет. Блин, мне сейчас реально поиск этого найти дракона и... поищи мне этого с... Идоса? Нет, Идоса точно. Убийцу, который... за две Кайна. Олаф есть. И мне тоже. Ну это уже... Ну я... Возьми, ну, возьми, нет. Если не жалко. Да. Олаф жалко. Да. Возьми. Ну жалко. Слышь, я тебе вообще-то гекарима держу. Нет, гекарима, смотри, если тебе он мешает, можешь не держать, я не настолько сильно его хочу. Нет, мне ничего не мешает. Кажется, 15 секунд я эти не проживу, да? Киана, блин, пришла. Идос пришел. Передаю? Давай, наверное, сразу, да. Думаю, палку что тут на... ждать. А, нет, палку не дам. Нет смысла. Топор Дрейвена. Ух. Грац. Только в кого его дать и как? Я могу пока что в Атрокса... Болик и скорострельный. А скорострелки нету. Да. Ну, я думаю... Я думаю, я сейчас еще одну гинсу просто выдам этому Атроксу. Там шая у парня, это нечестно. Ля, Атрокс, живи! О боже, он сдох. Посос. Одного золотоносного не хватает. Мне, наверное, надо паролить, чтобы Кайна выролить. Или поищи мне Кайна, вот прям... Надо. Мне кажется, что тир 3 моба за 4 имба в дуо режиме. Ну да. Они в соло режиме имба. Ну да. Вербовка, нихера себе. Мешок предметов мне, наверное, нафиг не надо. За каждую активацию. Арона всадника. Вербовка, да. Санфайр и Нуну. Фига себе, Ясуа пришел. Убираю, да. О, две генс... Нет, генса топор Дрейвена в Ясуа запихнуть, наверное. Да? Попробуем. Че ему еще можно дать? Ну, генсу ему вообще есть смысл давать или нет? Все, есть ярокрылых. Семь ярокрылых.
Ясо с клинком картежника, и... У меня есть Шиюй, тебе не надо? Не, у меня есть Сифен. А куда эти генсы-то теперь деть? Лов. Мне кажется, я правильно собираю Сифена. Скажи, Сереж, правильно делаю или нет? Да вроде звучит прикольно. Давай, Ясо, нарезай. Мне получается, надо в ясике, наверное, какой-нибудь Magic Resist найти, чтобы... Блин, я правда не знаю. Мне Шая, наверное, нужна. Шаю я, типа, у меня будет. У тебя будет Кериком? Шая талон, да, так. Тебе, кстати, можешь Сайлоса собрать, раз ты там с Сифеном сидишь? Ну... Тебе Олафа все еще держу? Нет, Олаф мне уже нахер не сдался. Блин, не успел. Сифен, Дейжа, Гикарин. Кирить. Я что-то понятия не имею, о чем делать. Я могу руку правосудия в Ясо дать. Будет хотя бы вампирить. Ладно, сейчас с рулетки подождем. Я в восьмой иду тут. Я тоже в восьмой, потому что вообще понятия не имею, что мне делать. Блин, ну на Ясо просто генса звучит не так себе. И вообще ему... Он вот с этими итемами, там, топор Дрейвен. А, подожди, его абилка считается атакой? Как и в обычной Ясо? Игре? Нет, это... здесь никакая абилка не считается атакой. Да? Так, накоплений. Блин, меня другой Ясо с крутым БТ, блин, выносит. Бесит. Это что за 9999 урона было? Один на один, если остается, то он ваншотает любую цель. А, да? Блин. Ну, Ясо. А где это написано? Да, у Ясо на билке. Куда? Шая с луком. Я Ясо с мечом, да, не забираю. Шая с луком. Шая с луком я забираю. Ты, я у тебя ее тоже. Нет? Не знаю. Я просто хочу ей отдать сейчас топор Дрейвена, клинок картежника и... Last Whisper. Окей. Okay. Или Генсу. Блин, ну я мне-то. Я же не могу продать от Рокса. Ну, Генсу, конечно, надо, но. Чё один? Доспех Гаргули. Ладно, пускай будет Last Whisper, допустим. Чего были еще бы две лопатки с мечами? Мне нужны шай, талон, я все еще ни того, ни другого не нашел. У пацанов тем временем есть. Мне уже, наверное, надо избавиться от стола внезапно, потому что мне этот опыт бесплатный. Восьмой, ну ты если в девятый не планируешь. Ну вот я хз. На самом деле, может, и планирую. У нас 54 хп, я сейчас типа буду какое-то время. Продаю Трокса и всех убивать. Бронзового для. У меня есть бронзовый! Да, у меня есть. Я не видел его, я думал, окей. А куда, ну в любом случае, а куда мне две генсы отдавать? В ясика, что ли? Типа... Ты убьешь их, Сереж? Тут очень сильные ребята, да ты их убьешь. Если синий баф нужен в Ясо отдать. Да, синий баф Ясо, это имба. Так велит долг. Ясик Шая, так ну для Шая мне придется мне ее продавать тогда. Я могу, кстати, предметы распределить между ними как-то. Ну, Генсу, да. Сайлосы, блин. Может, ну, Дейжу нет. Ты не собираешь Киану или Твича? Нет. Окей. А Шивана не нужна? Не. А, талон, хочу... талон, талон. Талон, да, талон нужна. Давайте закончим это быстро. Ну, Волик собрался. О, Твич есть. Ну, давай, Твич. Вытащи нож из Шаи, дай Генсу. А, да, можно, кстати. Думаешь, нож ей хуже, чем Генса? Ну... И Last Whisper очень плохо. Ну, а... Ну, уже... Ну, тут ее только если продавать. Понимаешь?
Да не, она с этими двумя итемами звучит очень сильно, все равно. Мне нужно сейчас синебаф на Ясуо просто выролить с дракона. Ну, еще палки. Архангел. Одна в Волика и вторая в Шаю. Да, Агенсу, кстати, можно и правда. Отделитель в драконе взять, чтобы Last Whisper вытащить. Да, это отличная тема, кстати, будет. ХП меч. Отделитель есть, но каплю не нашел. Отделитель. Палка, еще одна Генса. Не. Синий. А два синих бафа, не имба в Ясуо, нет? Не. У меня просто два синих бафа. Да, фигня какая-то. Лук. О, синий баф и отделитель, прекрасно. И еще и Ясуо. Я сейчас все это два Ясуо соберу, я думаю, через этот. Через помощь Ника, или как она там сейчас называется. Не хватает. А Last Whisper в Ясу, он же физурон наносит. Вот в него нормально. Да. Да, вот в него отлично зайдет. И решимость Титана. Класс. После Архангела кому дать, понятия не имею. Ну, допустим, Волика. Может быть, придет это... Зои. Угу. Привет, Зоя. Привет, после Архангела. И, кстати, дальше собираю. Ты знаешь, может быть, мне лучше одного бронзового дать, чтобы он в серебро сейчас собрался просто. Я тебе дал одного, еще одного бронзового просто отдать. А тебе не нужна гинса, кстати? Мне две гинсы. О, ясно. А тебе еще Гека нужен, не? Ну нет, лучше давай Талоныч. Талоныч, да. Я надеюсь, я его не продал, кстати. Так, а подожди, а я не могу в 9 выйти? Нет, не могу, наверное. Бля, проиграл в корке. Ну, потому что у меня бронзовая шая. Мне надо шаю собрать. О, Идес собрался. Тебе кого собираю из маленьких? Из маленьких... Да никого мне не надо, наверное. Кайн. Не, ну бесполезно. А? Маленькие мне не нужны, разве что ради передачки какой-то. Блин, у чела серебряная шая. Короче, золотую мы вряд ли. Да, я видел серебряную шаю. Да. Короче, бронзовый Идос мне уже тоже... Давай золотого Идоса попробуем. Ты его не покупал, да, в итоге? Нет, не покупал, ты мне сказал не покупать. Ну, поскольку шаю мы не соберем, тогда Идоса попробуем еще. Ну, вдруг. 9 левел, я все же, скорее всего, выйду. Я сейчас супер сильный вообще. Я серебряный Ясуо. Несмотря на то, что у меня шая, ты один. Да. А я его собрал этой дубликатором. Да. О, еще этот талон. Да, у меня просто давайте один бронзовый, один быстро. Два бронзовых. Твич. Блин, воин не нужен. Мне серебряный Твич, да. И серебряный Киану из маленьких. А зачем у меня Скарнер стоит? Громил. Закрывает. Может, лучше эфемерок? Лучше уж эфемерок. Лучше эфемерок, конечно, под ясик. Ага. Блин. Талон собрался. Серебряный? Да. Охренеть. Ой, блин, тут, у меня сейчас тут талон какой нет. Дракономант Ясу. Да. Или нет? Унёв. Унёв. Унёв, шая, живи. Да. У меня настолько просто ватная шая, невозможно. О, ясик тащит. Вместе с Идосом. Да, ясик просто уничтожил весь этот стол. А чем? Как я умер-то? Ну... О. Не, давай ты это тащи. Корки украсть. Может быть, хорошая идея, но уже поздно. Златонос? Я могу 9 златоносных. Давай, я Зойку хочу здесь. Если я возьму, может быть, ты мне возьмешь, чтобы не украли, не знаю. Да, или... я посмотрю. Да-да, посиди рядом с ним.
Окей, ладно. Ну, я не уверен, хотели они или не хотели. А, да, ну просто дядя зато нас нахрещается. Чего ты дракоманта не хочешь? Да что, зачем мне? Какой мне нахрен дракомант? Куда? Кого? Ясу. А, Ясу. Ну да, правда, может быть. Я забыл. Куда? Кого? Я забываю, что Ясу вообще дракоманта. Передай сразу. А подожди, а чё я ничего не... Я вообще взял... Да, 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 передавай сразу Златоносного. Да, держи. Спасибо. Все, я потратил все, что у меня есть, чтобы поставить. Стоп, а куда мне этого Златоносного-то пихать? А, вот сюда и, блин, последний. Пейдоса собираем еще или нет? А, у меня передатчик нет, забей. Ну, уже не собираем, значит. Че, закрыл в итоге дракоманта, нет? Не, ну я закрыл эфемерного. Что лучше, эфемерный или дракомант, Ясик? Дракомант, я думаю. Че эфемерка там дает? Восстанавливает хп. Мне тоже, наверное, кажется, что дракомант. Дракомант, да, там сколько хп, ап. Единственное, я не знаю, куда отдать корону чемпионов. У тебя Ясик дольше всех живет. Ну... А, тебе Ясу собираем дальше? Ну, попробуем, я не знаю. А у тебя еще передачки есть? Нет. Нету. Ну и все. Что себе его поставить? Вы поменяете Зои предмет на АП. Вот я на ваншотер, да, на Зои ставить гораздо, наверное, лучше, чем на Волике лежит. Ну, у нее, видишь, тоже предметы вообще не защитные, она просто умрет и все. Ты мне там твича, Киана, не? Два твича. А, я ж тебе талона собрал. Киану вообще не видел. Твича у меня два сидит. Либо Киан не видел, либо не искал. Буду честен. Ну, типа я слабый. Да. Да. Эх, у меня не успел Ясо ваншотнуть Аушиня. У меня желтый сейчас на пару быстро очень разложили. Меня избрал дракон. Татика. Мне кажется, все-таки да, лучше будет вот так вот закрыться и Златоносного тогда сюда отдать, тебе сделать, дать корону, кому отдать АП, вообще непонятно. АП это сам суть не в АП, а суть, что когда убивает, дает два голды. Волику что ли? У меня еще хорошо этот же быстрые стрелки на шае. У меня шаи нет до сих пор. Ты мне вот. Меня... А, ты мне ее не передашь, я понял. Еще ясик, окей. Что-то у врагов надо украсть, а у Шини я там видел, но он уже, по-моему, серебряный был. Да. Дейжа, вряд ли. Идас, вряд ли. Передай одного бронзового твича. А, один бронзовый твич. И талона забери, кстати, тоже. Да. А, ну ты молодец, блин. Че? Места не хватило? Да. Нормально. Че мне делать с твичами? Почему она такая слабая? Ясо, тащи давай. Я выиграл. Угу. Твича можешь продавать. Угу. Мне два талона бронзовых надо. Ну, я понял. Ну. Так, тебе эмблема космического кек. Ионийская искра или портал Зрота? Портал. Портал, давай. Еще Идас. Я не могу, блин, вообще, типа... Керри, Шаи просто нету. Где они? Ее три человека просто собирают. Да? А, да, у одного серебряная. Значит, буду ждать пока. Нафиг вот это все. И вот это вот нафиг. Какая вероятность, что мы найдем еще двух талонов? Ну, не знает талонов. Надо выбить. Да, вон серебряный талон у
желтого. Надо желтых убивать, но я пока слабый, к сожалению. Ша... Да, ша закрывает одновременно дракомантов и быстрых стрелков. И это хорошо, я не хочу ее менять. Блин, Зои подняли. Ну как раз 4 секунды прошло, она кого-то шотнула. Молодец, Зои. О, привет. Я выбил Шаю. Спасибо. Теперь я могу ролить. А, вармок, эмблема воина, накидка Sunfire. У меня второй Ясо собрал серебряный, чего? Сереж, вармок, эмблема воина или Sunfire? Эмблема воина, однозначно. Держи. Еще Ясо, чего? Талонов не видел? Талонов? По-моему, нет, не уверен. Шая, наконец-то. Бронзовая шая. У тебя есть бронзовая шая? У меня есть бронзовая шая. Ты хочешь... Да, ты... Ну... Тебе тоже одна нужна? Нет. Да. Ладно, я готов тебе ее отдать, держи. Нет, пока не надо. Давай забирай талон... быстрее. Нам выигр... Мы уже выигрываем. Все, мы уже выигрываем. Ну да. Надеюсь. Не знаю, зачем мне этот ясик. Только деньги воруют. Может, и соберется вперед. Да, у меня все сдохло, мы не выигрываем. Че у меня с Ясо произошло? Один чел с Шаей все еще жив, оказывается. Я их обоих, по идее. По-моему, твоя... Да. Все на бринке? Есть, да, да. Еще Ясо. Мне одного Ясо доролить до золотого, я забираю его. Давай. Шая еще, типа... Я фул ролить Ясо, просто, просто фул. У тебя 50, у тебя все еще фул гол... Да конечно, а что мне еще делать? Вить, не забывай, что у меня предметы, которые дают скорость атаки и силу атаки. Ну, not worth it. Шаю пропустил, блин. Ясо золотой. Серьезно? Ну, давай я сейчас постараюсь как-нибудь пожить. И не уверен, жизнь ли это. Ты должен выиграть сильнее, чем выиграю я. Ну, должен, наверное. Шая так и не собралась. Так, ну я побеждаю. Раз ваншот. Ну давай, иди ваншоты их все. 3, 10 ваншот. Еще ваншот. Все? Все хорошо? Ты живешь? Да, немножко. Все, отлично. Я на месте. Смотри. Хопа! Бум! 28 тысяч. Большой Ясо. Большой. Гопа, гопа. Я тебе хоть одно, я тебе ни одного Ясо не передал, да? Нет. Ты его что-то сам собрал? Все сам собрал. Найс. По-моему, с двух... во-первых, одним дубликатором, во-вторых, одного с рулетки и, возможно, двух с рулетки, я не помню. По-моему, одного с рулетки брал. Ну, да. Чё, ну, не доролил до Шаи второй? Во-первых, потому что я уже одну пропустил, во-вторых, потому что серебряная Шая у Вити, серебряная Шая у еще одного оппонента, и как бы... У нас с челом абсолютно одинаковые сборки, первое и третье место. Ну-ка. Не вижу. Нет, у меня Гикарима, у него... Первое, третье. Ну да, похоже. Ну да, кстати. Лол. Жесть. Найс, играем. И при этом еще и я Шаю контестил тоже. Потому что... Да. Ай, ладно. У меня Шая, короче, просто фармила голду. И то очень плохо фармила, на самом деле. Очень плохо. Потому что, говорит, это дефолтная гилд Шая. Ну так-то. Что в ней гилд? Это типа Сиджа и Твич делают ее гилд Шай? А. Сиджа, Твич и Талон. Ну да, логично. Девятым бард. Ну, да, пожалуй, логично.
Я в метарепорте я такие бафы, такие именно сборки не вижу. Там... Еще один топ-1, кстати. Это какой? Пятый? Седьмой? Седьмой? Не знаю. Много, да. Прям винстрик чистый идем. И кто там говорил, что сегодня надо было в рогалики играть, да? Да, седьмая победа была. Жесть. Ну, кстати, впервые собрал золотого ясика. Мы, по-моему, не видели золотого ясика еще, да? Да, мы золотого ясика не видели. Этот прям чисто твой соло. Можно будет на ютубчик, да, обязательно.